Всем хай! Айван, лоза! Фил, лоза! Недавно стало известно, что Анастасия Волочкова обрела новую любовь. По словам балерины, в ее отношениях с избранником царит абсолютная гармония, а разговоры о его несвободном статусе – выдумки злопыхателей. «Мой мужчина спит с ней» – громкое заявление девушки, пожелавшей остаться анонимной, буквально разделило общественность на два лагеря. Как это работает? Одни снова и снова оставляли неприятные комментарии под постами в социальных сетях Волочковой. Другие выражали слова сочувствия, которые, возможно, не подозревал до двойной жизни нового избранника. Однако откровенные признания девушки, по словам Анастасии, далеки от истины. Будьте аккуратнее. Я понимаю, что все хотят узнать имя любимого человека Анастасии Волочковой, где он покупает носки и какие часы носит. Когда придет время, я обязательно расскажу о нем больше. На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, мы очень счастливы вместе, поделилась Настя. Не задохнитесь от зависти, дорогие мои, от моих шпагатов, от моих подарков. Накануне в сети появилось сообщение от некой девушки, которая называла себя гражданской женой нового избранника балерины. «Мой мужчина спит с Волочковой. Я увидел, что у него появился Инстаграм и с этой страницы зашла. Он был подписан на Волочкову, там я увидел все его. Носки, ремень», — рассказывала женщина. «Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю». «И что же будет дальше?» «Она ходит в Навахов спа, а он там обитает постоянно, вот и познакомились. Он там начальник охраны. На фото она подписывает его М. Его зовут Малик, он чеченец. Я хочу отомстить ему, мы были вместе 10 лет. Позже я отправлю ей нашу переписку, где он пишет, что скучает. Мы не виделись с ним, у нас была ссора». Зашибись. Сама Анастасия по-прежнему не хочет раскрывать личность своего избранника. Однако просит перестать выдумывать небылицы, пытаясь помешать ее счастью. Это само по себе смешно. И мне тоже. Артистка утверждает лишь одно. Ее возлюбленный вовсе не тот Малик из Чечни, приехавший в Россию на заработки, о котором пишут в социальных сетях. Как вы считаете, Анастасия интригует, чтобы привлечь к себе больше внимания, или у нее действительно появился любимый мужчина? Пишите свои варианты в комментарии и подписывайтесь на канал.